первую очередь поздравляю Кайрат, я считаю, что заслуженной победой. На данный момент конкурировать нам, нашей команде, очень сложно с Кайратом. Вот. Сложный матч в тяжелых условиях получился, но довольно-таки интересно для зрителей, много моментов, много голов. Вот. Ну, результат, считаю, что в принципе по делу. По красной карточке посмотрел несколько раз, я считаю, что ошибка судьи. То есть это очевидно. Вот. Я думаю, все прекрасно понимают, красная карта на 30-й секунде, то есть это совсем другая игра. Вот. Но если говорить об именно этом моменте, то я считаю, что там железная красная.